Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я бренд-шеф компании «Мираторг». Сегодня я приготовлю стейк с триплоем. Это, как его еще называют, стейк Нью-Йорк в честь знаменитого города в Соединенных Штатах. В принципе, он и произошел оттуда родом. Это тонкая мышица, или, как говорят, тонкий край, спинная часть бычка мраморной породы Black Angus. Также это категория мраморности Choice. Prime – это самая высокая категория мраморности. И Choice, я бы сказал, золотая середина. Давайте с вами начнем. Вскрываем упаковку, удаляем этикетку, открываем пленку и даем нашим стейкам полежать 20 минут при комнатной температуре. Обратите внимание, в упаковке два стейка, но есть такой же стейк с триплоем, где всего лишь одна порция. Мясо у нас нагрелось, набрало комнатную температуру. Я его смазываю растительным маслом с двух сторон. С одной стороны, с другой стороны. И приступаю к приготовлению. Учитывая, что это премиальный стейк, здесь самое главное его не пережарить и не пересушить. Это очень важный момент. Поэтому я сегодня приготовлю прожарки medium, средней прожарки. Достаточно всего лишь нам будет 8 минут, и у нас будет прекрасно, замечательно пожаренный, вкусный и ароматный стейк. Разогреваем жарочную поверхность на максимальной температуре. Приступаем к приготовлению. Помимо того, что я смазал маслом стейк, тут на стейке есть, обратите внимание, верхняя жировая прослоечка. Мы ее можем использовать в качестве тоже жира дополнительного при приготовлении стейка. Все очень просто. Я обжариваю по 2 минуты с каждой стороны, потом убавлю огонь на средний и буду продолжать еще жарить до прожарки medium в течение 4 минут. Ну что, наш стейк с триплоем готов. Я его приправлю солью, перцем. На гарнир я подам брюссельскую капусту. Приятного вам аппетита!